Вау! Bugs Bunny! Круто! Мы в парке развлечений! Знаешь, а я вообще не люблю парки развлечений! А это почему так? Да ты просто не понимаешь, когда мы приходим в парк развлечений, папа ведет себя как ребенок. Да ты не понимаешь, в каждом папе есть ребенок. А у нашего этот ребенок вырывается наружу и все портит. Да не может быть. Да ну, сейчас все увидишь сам. Ребята, в моем-то детстве ничего подобного не было. Ни таких аттракционов, ни таких супергероев. Это что, уже начинается? Да, теперь ты поймешь, почему я не люблю парки развлечений. Чувствую себя здесь ребенком! А мы теперь должны чувствовать себя взрослыми и смотреть, пока этот ребенок ничего не натворил. Ну нет! Смотрите, оно делает-то! Все, молодец! Такое-то надо купить! Класс! Нет, не надо. Молодец, конечно, крутой. Да. Куда? Куда? Все, как я теперь буду без плаща? Супергерой и без плаща? Это же вообще... Ты посмотри, какая крутая большая горка. Давай на нее пойдем. Да, давай. Это для взрослых. Так ты же взрослый. Ты слушай, взрослый. Все равно. Давай я на чем-то маленьком. О, вот такие фейерверки. А мы сидим внутри. Да пошли нет. туда лучше. Нет. Я когда вырасту, я на таких высоких, страшных буду кататься. А тут нет, не хочу. Нет уж, пошли. Но нет уж, не надо. Может, не надо? Да давай, ты должен научиться кататься на больших горках. Зачем вообще тогда приходить в парк развлечений, если ты на них не ходишь? Ладно, пойду. Правильно, а то ты как маленький. О, нет, я уже расту. Что, как тебе? Ну, было же нормально. Нормально, ну давайте теперь только на детских кататься. Очень уж как-то оно так, как-то так вот дергает, болтает, и все. Что это за ужас? Как же тут весело! Вкусненькое! Я съем пирожное Супермен и сам получу силу Супермена! И это что, все тебе? Все мне, а еще я буду пить напиток Колосок. Что? Какой Колосок? Смотрите, кола и сок вместе, что будет? Колосок, вот смотрите. Класс! Попробуй. Нет. Ну как? А мне нравится. Да, надо попробовать забрать его домой, пошли. И где опять папа? Не знаю. Пошли искать. Не догонишь!
Что вы от меня хотите? Пошли домой, хватит уже! Никуда я не пойду! Веселье только начинается! Смотрите! Это же Готэм Сити! Там Бэтмен! Что? Давайте купим! Ну хотя бы трех! Ну хотя бы двух! Ну хотя бы одного! Ну хотя бы всех! Да нет, какой покупать? Нет. Зачем они надо вообще? Идем. Пошли! Ну купи! Купи! Нет. Купи! Нет, никаких покупок! Полицейская машина! Хочу быть полицейским! Хочу покататься! Хочу покататься! Нет. Нет. Давайте, нет. Хочу покататься! Вау, Джокер! Класс, он такой страшный, но такой хороший! Или страшный, или хороший, в общем, идем туда! Это страшный цирк Джокера и Харли Квинн! Easy Box! Just smile! Мы заблудимся и останемся здесь навсегда! Да давай, идем! О, вон он! Он показал вход! Надо было сюда не заходить! Тут тупик! Хочу сфоткаться! Ну, может, не надо опять вот это фоткаться? Давай идем отсюда! Это же вопрос! Здесь будет очень страшно и интересно! Идемте! Знаешь, я бы сейчас лучше поел что-нибудь, а не наоборот, знаешь, поэтому о, нет. Но это такое, так классно, ты крутишься, о, это очень интересный аттракцион. Опять аттракцион? Может быть, очень интересно, пойдем домой? А ну быстро, пойдем, а не то я сейчас буду плакать. Ну ты даешь, ладно, давай идем. Ух ты! А мы следующие! Оно такое мягкое, хорошее! Что ты смотришь? Забери у него!
Дети, все, хватит! Это хорошая вещь такая, я же говорю, она специально такая мягкая, классная, ну... Я хочу себе штаны Бэтмена! Вот это да, покупаем! Давайте что? Всем штаны Бэтмена у каждого, совсем? И мы такие... Так они на тебя маленькие! Все! Папа, смотри, там конфеты продаю! Конфеты? Да! Где конфеты? Вон там! Купим! Класс! Идем! Я люблю конфеты! И где опять папа? Не знаю! За ним надо следить прямо как за ребенком! Вот именно! Где он? Вон он, смотри! Решил немного перекусить. Жалко, что вы не хотите. Кто это сказал, что мы не хотим? А давай сюда. Точно, надо делиться, давай. Мое, не отдам. И это? Ну что ты как маленький? Я должен себе тут все купить! И вот это! И вот это! Ага. Это когда он начинает все покупать. Надо его спасать! Мама, все, ложи обратно, давай! Все, обратно ложи, потом купим уже! Когда? Когда потом? Потом! Не хочу! Купите мне все! Это же Скуби-Ду! Надо зайти! Нет, это же совсем для маленьких! Это для маленьких, пойдем! Да. Для маленьких? Да. Это самое оно! Пошли! Мы дома! У Скуби-Ду тут страшно! Наверняка! Тут ходят какие-то привидения! Я буду тем самым привидением! Картина в глазами! Вот он! Смотрите! Еще! Смотрите! Вон он, смотри! Все они такие жуткие и страшные! Ой-ой-ой! Скелет! Единорога! Кто это? Не знаю! Идемте домой! Давай! Тут очень страшно! Олень, что это? Олень, кто такой? Скорпионы, скалопендры, летучие мыши! Вы здесь смотрите, пиранья и хамелеон! Два привидения играют в шахматы. Вот тут страшно, я тут останусь. Уходите. Что? Я хочу, чтобы мне было страшно. Но ты ведь потом будешь бояться. Давай уходим, да, сразу. Давай. Ничего, я не буду бояться. Нет, я тут остаюсь. Я хочу, чтобы вот тут вот ходили привидения какие-то. Я их совсем не боюсь. Тут ведьма! Это ведьма! Говорил, ничего не боишься! Давай, идем! Я тебе говорил, пойдем! Я вообще ничего не боюсь! Только ведьму! Ведьму, давай! Вот она! Не-не-не!
Я боюсь ведьму и крылатого коня скелета. Это очень страшно. Вот смотри, мы сейчас будем садиться в вагончики, и будет очень страшно. Ты сам напросился. Ну, я же не знал. Я думал, это Скуби-Ду, все тут по-доброму. My glasses! I can't find my glasses! Watch out! This ghost can conjure fire! Look! Behind us! That swings out from there! Then all we need is the bait! Not me, man! Try asking the men of the trap! Okay! Here goes! Это же дом Том и Джерри! Ой-ой-ой! Это, скорее всего, сделал Том! Надо его наругать! Где же Джерри? Джерри, ты где? Это его маленькая, миленькая норка! Он там живет! А это следы бесстыжего Тома! Джерри, выходи! Джерри, выходи! Надо сыр! Если раздобыть сыр, то Джерри выйдет! Папа, если он выйдет, тебя заберут в сумасшедший дом! Что? Джерри что, не существует? Да! А кто тогда уничтожил всю посуду? Есть! Он где-то тут, Джерри! Смотрите, следы Тома, он ушел туда! Джерри здесь бегал, точно! Опа-на! А это что такое? Я никогда не видел мультик, чтобы сюда Том и Джерри заходили! Где это я? Неужели внутри домика Джерри? Смотрите! Банки сардины, и он сделал себе кровать! Да! Да, сколько это, да! Часы! Ого! Папа? Не знаю. Что? Я в мире Флинстоунов! Я не хотел фоткаться с этими Флинстоунами. Вот знаешь, теперь будешь фоткаться со всеми. А, ноги! Как настоящий Флинстоун! Ну, папа, давай, может, пошли дальше? Пошли дальше. Да, дальше? Давай. Да. Хорошо. Хорошо. Дальше это на эту машину! Садитесь! Ну как, смотри, придется нам теперь с ним на этой машине проехаться! Готовы? Нет! О, поехали! Давай, давай, давай! Мотор включай свой! Идем уже!
Все, достаточно. Уже долго здесь просидел. Идем. Аквамен! Крутой! А это зеленый этот Green Pencil! О, зеленый фонарь! Нет! Супер! Флэш! Лаборатория Лиги Справедливости! Вау! Как же тут круто! Вот это да! Mercy probably has Mongol dreaming. He controls the entire universe. Justice never sleeps. Очень круто! Да, супер! Мы как супергерои! Что? А нет, чуть-чуть больше, ну хотя бы на размер, чуть больше, и я себе такой беру. Класс! Да нет, он совсем маленький, посмотри! Купите! Нет, все, ложи на место. Ложи! Пойдем. Ну, вы какие-то злые. Ай-яй-яй. Ну, хотя бы вот этого. Смотри, маленький плащик. О, кажется, там какое-то мороженое продают. Точно, давай ложи, пойдем. Да, хорошо, я вернусь. Да. Бэтмен крутой! Надо такое купить! Не надо, у нас уже такое есть наверняка! Все, уложи! Ну, наверняка, но такого же точно нету! Ладно, такого большого нельзя! А вот такой поменьше! Красота. Никакой нельзя! Никакой! Уходим! Да! Ну, хотя бы такой! Вот совсем маленький! Никакой! Все, уложи, уходим отсюда! Идем за мороженым! Какая волшебная вещь! Ну что, покупаем? Конечно, класс. Нет! Как же все-таки сложно смотреть за маленьким ребенком в парке развлечений! Ну это да, но если бы у нас был маленький ребенок, то ладно, а у нас папа! Ах, я же тебе говорил, именно поэтому я не люблю ходить с ним в парк развлечений! Ну да, теперь я знаю. Ну хорошо, что уже парк закрывается. А давайте еще на высокой горке. Или где Бэтмен? Я его не встретил здесь. Да, уже, закрывай. Или Скуби-Ду там где-то был. Стоп. Ну что, стоп. Все, уже все закрывается, пора домой. Ты уже спать, наверное, хочешь. Давай, уходим. Уже закрывается? Да. Может быть, завтра придем? Обязательно подумаем еще. Да, завтра придем. Класс. Да. Хорошо, подожди, подожди. А что это уже спать дома? Не хочу. О, ребят, а что? Мы уже Warner Brothers World. Класс, заходим в парк развлечений. Как это? Мы же уже были в парке развлечений. А почему тогда я ничего не помню, что мы были в парке? Ну, просто потому что ты, как всегда. Опять? Я вел себя вот как маленький? Да. Все были в шоке. Ой, какой позор! Такой взрослый человек, а вел себя как ребенок.
Но катался на качелях, на горках. Да? Да, да, чуть покатались. Это правда или нет? Напишите в комментариях и лайк обязательно поставьте. Надеюсь, это было интересно и весело. А, кстати, подпишись на канал, если еще этого не сделал. Всем пока! Пока-пока! Es difícil disimular lo que pasa por mi mente.